1 сентября не за горами, но не только школы и ребятишки готовятся к началу нового учебного года. Дороги и магистрали областного центра рядом с образовательными учреждениями также хотят встречать осень при параде. Ведь рядом с каждой школой и детским садиком обязательно должна быть зебра. Обновить пешеходные переходы взялись городские власти. Мы сами своими комиссиями районными обходим все детские дошкольные учреждения, все в основном школы, где у нас дети идут сами уже в школу без сопровождения родителей. Вот здесь мы должны обеспечить полную безопасность для того, чтобы ни один ребенок у нас не попал в дорожно-транспортное происшествие по вине муниципалитета и по вине дорожных служб. Здесь мы обеспечим все меры безопасности. Зебры рядом со школами в Нижнем Новгороде обновляются ежегодно. Уже традиционно в августе новый белоснежный наряд получают почти 400 пешеходных переходов рядом с образовательными учреждениями столицы Приволжья. Такая работа дает свои плоды. Число ДТП с участием детей сокращается. По количеству ДТП достигнуты снижения на 16,5%, погибших на 32%, пораненных на 20%. Количество наездов на пешеходов на 23%. Детский дорожно-транспортный травматизм достигнут снижения по количеству ДТП на 25% и пораненным детям на 28,6%. Обновление разметки рядом с образовательными учреждениями Нижнего Новгорода закончится к 1 сентября. А в целом работы по нанесению разметки на городских магистралях завершатся в конце октября.